хотел пилить 0,5 сантиметра вот этой боедой. Короче, не знаю, что и пилить, только пальцы отпиливать врагам. Я все, короче, работаю такое и думаю. А почему же Витю назвали Вити? Расскажи-ка нам, почему ты Витя, Витя? Ну, вас кто-то не смотрит там, или ваши подписчики вас не смотрят. Уже хорошо. Привет, други мои. Искал в шкафу и нашел навесы. Всегда что-то понадобится. Лежало 100 лет, наверное, и думал, да нафиг не нужны. А лежали, лежали. И думаю, сделаю крышку для люка на чердак. Так, ладно, поперли. Работать. Так, ну что, с Новым годом, чердак. Не виделись 2 дня с прошлого года. Сегодня надо закончить с пленкой. Начать обшивать плитами здесь, доделать. И делать люк. Все, приступаем. Неохота, конечно. Все так холодно пока. Непривычно. На диване, конечно, лучше. Но надо делать. Такую раму, ну, здесь еще подделал, чтобы к ней прибивалось. В распорке. Там доску вывел, так как к ней будет подшиваться потолок ОСБ-платы. И сейчас сделаю подрамник для рамы. А, кстати, что хотел сказать? Ну, не всем, конечно. Вы, если что, не обижайтесь, что вас кто-то не смотрит там, или ваши подписчики вас не смотрят. Уже хорошо, что люди с вами остаются и подписаны на вас. А насчет просмотров, вы должны тоже понять, что если у людей там по 1000 подписчиков, то ему физически нет времени все смотреть. Еще видео делают некоторые там по полчаса. Ну когда это все смотреть, что смеяться? Конечно, молодые каналы, у кого там по 100 подписчиков, им хочешь не хочешь, надо везде лазить и себя засвечивать в комментариях и все такое. Успехов вам всем, продвигайтесь. Делать. Станка не хватает, сейчас бы станок такой на столе. Пилой, можно было и четверть выбрать и все такое. В принципе, здесь никакой нагрузки. И раз в 10 лет его открывать, можно просто схватить рамку и плиту этого ОСБ. И все. Думаю, так, посмотрим. Вот смотрите, как эта хрень пилит. Ну, как можно так работать? Все через жопу мне. Короче, не знаю, что и пилить, только пальцы отпиливать. Врагам. Вот такая шляпа. Так, рамку сделал, люк, можно сказать. Там потом пенопласт него заложим и здесь плиту его обошьем. Так. Так. Вот. Ничего не задалбливался. Прямо так. Прямо так, думаю. Так, сейчас надо пленку и обшить. В общем, так, задолбался я. Я плиту не могу сюда один приделать. Это ее за, ну, чтобы она попала в паз. И так, и держать, и короче. Сейчас вот придумал. Вот такую штуку сделал, чтобы подпереть. И здесь прибил вот такие штуки. Упоры, чтобы были. Ну, короче, запарился, я вспотел, как мамонт. Вроде не тяжелая, не сильно, а. А все равно. Получается так, я сейчас здесь ее завожу. Я сейчас упоры здесь такие сделал. И она уже как бы стоит здесь. Да, а еще надо сюда ее зашибать. Распили. Все. Так, сейчас надо вокруг люка обрезать аккуратно. Утепли, короче, не будет хорошо. Целый день уже сегодня, с часу дня. О, ну что, други мои, время 7 часов. Сегодня и закончим работу. Уже как бы мне надоело все. Руки чешутся. Фу, как стекловатый. В курточке внутри. Так, я сейчас сверху там все утеплил. Сейчас мы здесь потом еще пленочку сделаем. Сейчас уже тепло будет. Сейчас я люк даже утеплю. Меня все спрашивают,
А как сюда заходить вообще, если ты здесь баню сделаешь или сауну? Я вам про это завтра расскажу, а то видите, света нету. Короче, стрёмно. Окей, давай, до завтра, пока.